Интересно, у нас сегодня вывеска, есть пара звездных игроков. Игра должна получиться крайне увлекательной, верно, Константин? Посмотрим, эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. И задача защитников и той, и другой команды постараться не дать им развернуться и не сыграть результативно. Я думаю, нас с вами ждет очень хороший и качественный футбол. Ну, навешивай! Мюллер! И мяч в сетке в самом начале матча. Получается у них выйти вперед, и это очень хороший старт. Хороший точный навес получился, и точно такой же удар гол на заглядение вышел. Я уверен, будет он в списке лучших забитых мячей этого месяца. Бавария вышла вперед, игра возобновляется. Очень уверенно играет Тиаго в перехвате. Тиаго. Фред. Внимание, Матич. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Пошире они играют, мяч на фланг. Все-таки арбитр поднимает флаг, посчитал, что было положение вне игры. Не смогла Бавария у себя мяч оставить. Роберт Левандовский начинает атаку своей команды. Харри Магуайр. Люк Шоу. Фернандеш. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И свисток останавливает игру. Офсайд фиксирует линейный арбитр. Леон Горецко. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хорошо, Манчестер Юнайтед. Айда пас. Матич выполнил. По мячу попал, а вот по воротам. Леон Горецко. Серж Гнабри. Серж Гнабри. Мяч на угловой уходит, был рикошет. Подает Кимих. Кимих. Левандовский адресат этой передачи. Не смог.